Так, всем привет, пока что собирайтесь, ребят. Сегодня у нас задача отдефать то, что мы построили. Вот. Кто не видел, что мы построили, сейчас вам покажу. А это просто охуеть. Мы реально мега ёбнулись. И за ночь мы ёбнули охуенный арт. Вот, чекайте. Опа. Опа. А еще я сейчас, конечно, когда Питинг запустил стрим, я пошел помыть голову. Вот. И. Знаете, что мне захотелось сделать? Мне очень захотелось написать огромную надпись на этом полотне Кубос. Вот. Чтобы она появилась на спидпейнте. Го. Да не, я пока думаю. Надо ли? Просто кирилл скоро довольно-таки подрубать будет. Ну, слава СП, это подло будет, блядь. Ну это подлая хуйня. Типа, делать огромную рекламу СП. Ну, это такая темка. Смотрите, ребят, короче, в Телеграме есть арт. Можете по нему смотреть, где, как нужно поставить блоки. Вот здесь вот, это блоки лишние. Вот, так, баем. Тут тоже закрываем. Все, и нормально. И просто держим форму. Все, красивенько закрываем. Перекрашиваем, когда их ставят всякие какашки. Вот этого какашка поставили, смотрите. Вот, просто крашиваем все какашки. Вот, держим форму. И все, я еще, когда проснулся, видел тут всякие сердечки прикольные. Прикол. Это Амогус. Амогуса не стирайте вот этого, это тубан. Построил, вот я ему разрешил. Так, что произошло вообще за ночь? На полотне осу достроились. Тубан построил свой артик небольшой. Тут появился Фини, ой, этот Финис, блять. И Финис. Я забыл, как зовут персонажа. Как зовут персонажа, я забыл. Фин, блять. Пиздец, позор. Позор. Позор нахуй. А, потом, вот тут Ренкрю есть. Есть Ренкрю и такой, вот прикольно. А, вот есть вот такое вот есть, вот, вот. Блять, мне не нравится, что тут ЗМ реально. Давайте опять поменяем на СП. Алло. Короче, смотрите, вот это вот подтираем один пиксель, тут ставим 4 красных пикселя, делаем букву П русскую. Вот, а здесь вот это вот стираем, то что вот эту диагональную линию стираем вот так вот. И строим вот здесь вот так вот, S. Нужно, чтобы вот так вот было, то есть вот так вот. Вот, и получилось бы SP, вот. То есть я хочу, чтобы было SP. Непосредственно. Да-да-да, угу, да. А теперь смотрите, вот этого зомби вот этого, переделываем в мой скин. Мой скин переделываем, смотрите на мой скин. То есть, два зеленых снизу, потом рот, еще три зеленых. Три, рот, три. Вот, и снизу. Так, короче, переделываем мой скин. А, заморозили, да. А, да. Да. Ну ладно, ничего, мы подождем. Мы подождем. А мы подождем. А мы подождем. А мы подождем. Так, ну ладно, давайте тут пока можно. Можно пока глаз сделать. О, бомбочку нашел. Вот тут еще поставьте один черный пиксель. Здесь один черный пиксель нужен. Здесь два белых. Здесь белый пиксель. Так, черный. Так, два белых. Два белых. Тут тоже белый. Ага, ага. Ничего страшного. Блять, меня ебут. Алло. Так. На дефчик встаем. Алло, алло, ребят, алло, алло. Так. Алло, ебашут жестко. Сейчас я буду. Главное, контуры сохранять. Контуры главное сохранять. Вот. Соплю, пожалуйста, потерите мне, я вас умоляю. Соплю потираем. Так, ладно, пусть эти блоки будут. Короче, пожалуйста, пару человек просто стойте прям на дефе рта, потом и носа, потому что у меня нос и рот постоянно ебут. Я уже заебался. Я уже заебался, что меня постоянно в рот пытаются трахнуть, но мы как бы, ну, дефим жестко. Вот. Все, переделываем. Let's go. Let's go, guys. Берем снежочек. Так вот, хоп. Тут белый пиксель. Тут два белых. Тут тоже два белых пикселя. Вот. Вот, тут так, ага, уже вырисовывается моё лико прекрасное. Let's go. Бля. Тут нужно букву N нарисовать, ребят. Нужно букву N помочь нарисовать. Да ты хуйло! Блядь, на меня на камере жестко. Блядь, я бескликнул, блядь. Закрась, пожалуйста. Блядь, за что? Ну ладно, пусть катится на изморозке. Все, найс. Все отлично, ребят. Так, теперь все отправляемся на деф, смотрите. Вот это почистить, нос почистить, вот этот блок синий убрать.
А ну-ка, подождите. Можете сейчас все, можете, пожалуйста, все, ну, мне нужно посмотреть, сколько у нас людей. Чисто все, пожалуйста, можете спуститься, именно спуститься на мой нос. Вот, на мой нос можете все спуститься? Мне нужно знать, сколько у нас, наши силы. Так. Так, ага. Все, ребят, let's go. Короче, берите черный цвет. Черную шерсть, давайте. Черную шерсть берите. Куда я смотрю? Начинаем выводить букву К. Выводим букву К. Все, выводим кубос. Только особо длинный не делайте. Все, остановитесь. Буковку У надо, ребят, буковку У. Вот такую. Подпишите кубос. Блять, кто заморозил, суки? Кубос. Давайте, кубос. Кубо. Так. Так, нормально. О, вырисовывается. Ну, блядь, ну кто сносит, блядь, дайте написать кубос. Блядь. Давайте, почти. Все. И теперь просто блядь, букву У нужно починить срочно. Бля, букву У чините. Чините букву У, я реально говорю. Ну мне либо с ракуса двигать. Да ты ёбнутый! Блядь. Либо двигать справа. Но дело в том, что. Ну вот по некоторым здесь персонажам я вижу то, что это как будто тоже наша зона. Нет, смотрите, если. Блядь, нет. Тут еще такой момент. Если я двигаюсь направо, блядь, нет. Значит приходит за Куэль. Блядь. И уничтожает все равно с ракуса. Все равно он уничтожит его. У меня, ну, гениальный план какой? Мы договариваемся со Сракусом, чтобы он, ну, не плакал. Блять! Все, мне похуй на кубос, блядь, делайте слезы. Делайте слезы, блядь. Делайте голубые слезы, голубой шерстью. Делайте слезы, блядь, все, кактус плачет, нахуй. Чисто вот отсюда слезки. Только, пожалуйста, контур не ломайте пока что. Чисто закашивайте только кожу закашивайте. Вот эти другие цвета не трогайте, пожалуйста. Сука. Блять, мы так старались, блять, мы так строили эту хуету. Мне кажется, Заквиль не будет меня ломать. Блять, пусть кинул свою территорию, блять. Блять, отдай Заквилю половину территории своей. Строй другую армию. Все, подтираем слезы, ребят. Все, подтираем слезы, ребят. Все хорошо. Пока еще все хорошо. Все, подтираем слезы. Потираем слезки. Все хорошо. Потираем слезки. Все нормально. Пока все хорошо. Блять, да пусть лучше Заквиль нас попытается атаковать, я хуй знает. Блять. А может Заквиль вообще не придет? Может быть, ну, что-нибудь будем делать, когда уже, ну, будет точно известно, что Заквиль придет? Блять, пусть, короче, у меня есть идея топовая. Вот эту территорию, смотрите. Короче, вот так вот по зайцу, вот так вот. Отрежет все для Заквиля. Вот, пусть тут Заквиль снизу строит свой ебучий длинный арт, и все. Так и похуй на QR-код, ёп. Ну, блять! Драться за QR-код или, ну, сносить арт вот этот вот, самый красивый арт на полотне сносить. Что за рофл? Вот самый красивый арт сейчас на полотне, без рофлов. Вам не похуй, дефаем до конца. Я не хочу сносить, ну, блять, я не буду это переносить заново. Я реально говорю, ну, я не буду заново переносить эту хуйню. Это переносить заново, это невозможно будет. Не, бля, видимо, я не даю играть Кирилл, не. Не, в пизду. Я никому рейд не даю, не, я до конца буду дефать арсу, не, в пиздень. Не. Не, Кирилл дырять давать не буду, чтобы он мой арт вам сносил. Не, блядь. Нет, блядь. Да нормально, нас этот. Ладно, я позвоню Кириллу сейчас. Сейчас, мне нужно просто... По большей степени хочу позвонить, чтобы не про это, я хочу пускать вон тактику, как строить. Алло, да. Рэко, привет. 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 Ты охуел? Бля. Ну, блядь, ты видел, сколько мы строили этот арт, блядь, всю ночь? Это самый красивый арт на полотне, ты рофлишь его сносить? Мне кажется, Квин не будет трогать нас. Ну вот мой арт, он не будет трогать, наверное, скорее всего. Да, потому что я его трону, блядь. Да нахуя, нет, блядь. Сука. Ну посмотри, какой он красивый, это самый красивый арт на полотне, не, который он есть. Он красивый, это факт. Блядь, знаешь, как мы устроили, блядь, представляешь, как сложно было эти линии выводить? Так, давай так, при нашем отступлении мы отходим вот туда. Но сейчас мы-то там ничего не делаем. Туда это куда? Ну, к тебе. Нет, блядь, похуй на Кристалликс, блядь. Мне, ну, типа, у них силы ноль, у них ноль мощи. Вот, блядь, ты понимаешь то, что, ну, если мы уходим направо, то
то нам придется сражаться и против Заквиэля, и против Кристалликса. Чел, а так... пусть Заквиэль борется с этими Олсу, Сосу. Бля, я думаю, ну, типа, у нас все под контролем. То есть, ну, мы будем до конца дефать, я тебе реально говорю. Ну, тогда живем. А ты что, не спишь и не будешь спать? Так я стримлю. А ты спал вообще? Спал, и потом опять подубил сейчас. А, ладно, все хорошо. Ну тогда покажи. Это, подожди, стой. Я хотел сказать тебе тактику, как стоит линии ровные. Я видел, я смотрел вчера в твой стрим и мешал тебе, да. Ты охуел? Это ты покидал снежки, блядь? Нет, я не снежки, у меня не было снежков. Я кристаллы, ну эти, как их там... Бомбы? Да нет, ну... Да, блядь, как это? Маяки, я возле тебя. А, ебать. Парочку, троечку я поставлю. Трэш. Ну, конечно, это самая лучшая тактика. Гениальная. Но она долгая довольно-таки, но зато получается ровные линии идеальные. Ну да. Вот. Ладно, нормально. Ну ладно, все, давай. Так, значит... Потому что мы топ. У нас все под контролем, у нас все четенько было. Потому что у нас все четенько. У нас художница сделала, перерисовала артик, сеточку, хоп-хоп, сеточку. И там считаешь пиксели и жестко идешь, строишь. Бэм, короче, у меня есть идея топовая. Пусть Заквиэль, ну, забирает вот эту зону, вот этот квадрат, то есть, ну, да, конечно, жалко, тут Трубан, тут Ека, тут Гена, вот, тут библидумпы всякие, свинки, там, хабобы, милайны, но как бы это все, ну, типа, поправимо, это все можно потом нарисовать маленькие, на этом артике, Кирилл говорил, там, под подмышкой где-нибудь, вот, поэтому, ну, типа, похуй, пусть он этот квадратик забирает, вот, но не трогает красивый арт. У меня есть гениальная идея. Короче, пусть вот эти ребята все, там, Осу, Маяки, да, где ничего не строится, вот, вот этот вот челик, ну пусть они жестко, типа, жестко переедут все вот сюда, там свою Осу налепят, тут кружочек, вот, пусть тут будет жесткая борьба за территорию маленьких, вот, а там пусть строится Заквиэль, и все, вот, пусть там Заквиэль сломает все, кроме, того, чего ломать нельзя. Вот, вы можете, да, там увидеть, что... Вот, и все, и похуй. Типа, вот это вот маленькое перестроить, потом на плотнике делать, это 5 секунд. А вот это так перестраивать, это еще 9 часов. Я не могу. Алло, понять, у тебя полная понять. Хуйня, арт, Кирилл. Я посмотрел, это просто пиздец. Так, что делать мне с этим? Тебе нужно четким сделать его. Типа... Как, блядь, у меня никто из 100 нахуй людей не умеет это делать. По пикселям перерисовать. А, реально? Ну, у меня девочка перерисовывала полностью. Дай мне ее контакты. Ладно, сейчас дам. Да, не, ну просто ты так не построишь с таким артом нормально. Ничего. У тебя будет этот, какашка получится. Ну да, будет разъезжаться. Я не уверен, что она может и хочет тебе помогать. В смысле, блядь? У нее нет выбора. Ладно, ну я тебе кину, там уже ты с ней сам разбирайся. Вот. Так, дай. Так. Она была в сети в 7 утра, она только... Она у меня сейчас в чате. Алло! Так, сейчас будет дипломатия. Так. Она сейчас, она слышит меня и просто не будет заходить, блядь, ВКонтакте, чтобы, блядь, мне не отвечать. Может, она захочет тебе помочь, я не знаю. У меня есть топовая идея, короче... Как тебе план? Заквиэль сносит все от Кристалликса, что там есть вот справа от нас, значит, справа полотна. А все, кто от Кристалликса, переходят под меня, вот в этот маленький вот квадратик. Да. И нет, у меня другой план. Заквиэль сносит все справа от Кристалликса. Угу. И Кристалликс хуесосит Заквиэля. Да. 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 Короче, она мне не отвечает. Мне надо кого-то найти еще. Кто у нас по пикселям, ну, шарит и быстро может сделать это все. Реально надо, ну, быстро, блядь. Может быть, этот Рен Крю? А, он просто рисовать умеет, я думаю, вряд ли он... А я не уверен, что он рисует, мне кажется, он заказывает. Она пишет мне, что у нее ВК не грузит. Сейчас пишет. Ага. Она, видимо, все-таки поможет тебе. Но там придется еще, там потребуется еще там час, может, полтора, может, два, чтобы она перерисовала. Так, ну, так мне надо как-то с ней созвониться. Ну так, ну сейчас она тебе ответит, наверное. Ладно, хорошо. Нормально. Так. Нормально. Так, давай я пока гляну, что там происходит. Давай. Меня чебоксарики окружили. Я просто... Ну вроде что-то получается, смотрите.
Но это будет слишком сложно. Может быть, это не подойдет под разметки все. Вот. Хрен знает, там я не знаю никакие сайты, мапарты и все такое, я не шарю за это. Вот. У нас есть вроде как углы, то, что есть координаты, это плюс. Но то, что как оно выглядит, мы нормального из этого ничего не построим. Там будет расплывчатое лицо и так далее. Но зацените, как у Сракуса все ровно и красиво. Вот, шарите, о чем я? Ну, у нас арт будет хуже, чем у Сракуса. Это невозможно. Как бы, это непозволительно. Мика, знаешь, что еще? Еще, смотрите, то, что у вас буквы разные, не тратьте на это время, так даже прикольнее. То, что вот, смотрите, вот тут вот есть какие-то подчеркивания на этих буквах. Это, ну, все заебу. Ты видел, как мы жестко переделывали? Там есть артик маленький, зомби-мод, и там был типа зомби. А мы переделали, там сделали мое лицо и СП. Бля, ну я вижу твое лицо, но СП... Они перестроили уже. Можно опять сделать похуй. Не, там. Не надо, да. Нет? Не надо, не тратим пока время. Так, все, этот, давай, Сраку. Все, давай. Так. А. Все, она поможет. Ну что это, Не-не-не. No. Вот это вот, не-не-не. Под снос. No. Честно, меня вообще бесит вот эта территория. Меня она бесит, блядь. Вот, просто бирюзовый прямой, блядь, квадрат. Тут ничего не строится. Честно, вот, на самом деле, вот, Кирилл говорит про пиксели, то, что там у него чилы пометили пиксели. Типа, да, где что. Это полная хрень. Это только мешает, на самом деле. Реально. Только мешает. Легче от какой-то точки начать, просто выбрать точку, откуда будет строиться. Вот, начать строить, дальше и все.